О том, что ждет жителей Бурятии в субботу, 17 сентября, расскажу вам я, Кирилл Мешков. Здравствуйте! Как сообщает гидрометеоцентр, по северным районам переменная облачность. Днем 9 градусов по Цельсию, ночью плюс 2. Порывы ветра до 3 метров в секунду. На юге дождь прошел и стало чуточку теплее. Днем плюс 10, ночью плюс 3. Порывы ветра до 6 метров в секунду. В ОНД так же, как на юге. Днем стало теплее, плюс 12 градусов по Цельсию, ночью плюс 2. Порывы ветра до 8 метров в секунду. С началом выходных, друзья. После таких дождей нам выпала идеальная возможность отправиться по грибы. Приятной охоты. С вами был Кирилл Мешков. Пока-пока. Самые актуальные косметологические процедуры этой осени. Чистка лица, сезонные пилинги, биоревитализация и лазерное омоложение. Все это в центре косметологии полного цикла СИП-клиник. Телефон 378 30.